Привет, ребят. Вы все видели арочные окна, да? Круглые, полукруглые, с разными радиусами. Вот в этом видосе мы поговорим, как вот эти арочные окна делаются, кто их делает и насколько трудна эта технология. Так что заходим 1.1.2, и я вам покажу, как делаются арочные окна. Смотрите, ребят, как гнутся арки, да? Очень легко и очень просто, ну, смотря как. Благодаря вот этому гибочному столу. На этом столе есть начерчены радиус углов, вот они заданы. И благодаря вот этим рычагам выставляется сам радиус. Вот эта штука, это называется матрица, она, если не ошибаюсь, самая дорогая в изготовлении арочных окон, и под каждый профиль она идет отдельно. Эта матрица вставляется на стол, и есть еще матрица, которая вставляется в сам профиль. Сейчас, когда мы вытащим из печки, выставим на стол, я вам покажу. Либо вот они, тоже те же матрицы, которые вставляются в сам профиль. Сам профиль гнется, как он гнется? Он сначала нагревается до температуры, как он может менять свою форму, а тоже в зависимости от толщины профиля. И греется он благодаря вот этой печке. Нагрев профиля есть двумя видами, по крайней мере, я знаю. Один из них — это воздушный, вот как в данном случае это все греется. И второе — это на глицерине. На глицерине там немножко грязнее, потому что это все греется на самом глицерине. И немножко дороже. После чего он согрет. Он отсюда вытаскивается, и мы его ставим на стол. На столе он высыхает, и у нас остается сам радиус. Разные системы профилей, как бы не все позволяют их согнуть, и не каждый радиус можно сделать. Есть маленькие радиусы, которые невозможно согнуть, если сам профиль он толстый. Входные группы зачастую их тоже очень трудно гнуть. Если там супер мега какой-то ас, то он и сможет сделать, но на своей практике я не встречал. Эта черная штука — это матрица для резинки. Вот она тоже очень важна. Если бы не было этой матрицы, то этот паз для резинки, он был бы немножко, ну, неправильный. Видите, ребята даже сюда ставят матрицу. Скажи в камеру, вот так гнутся. Вот так гнутся. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если понравилось, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока. До скорой встречи, пока.